Эй, мой маленький друг, что происходит? Ну, мне нужно встретиться с Отисом Вонючего пруда, но для маленькой мыши это так далеко. Так вот, я смотрю на тебя и думаю, может, подвезешь? Залазь. Чувак, несомненно, рулишь. Пип, моя главная мышь. Отис, эта корова меня подвезла. Говорю же, эта корова в порядке, правда? Я так и сказал, я это сказал. Пока, чувак.